Доброго здоров'я! Ви дивитеся програму «Люди». Сьогодні ми знову будемо говорити про здоровий спосіб життя, але трошки в іншому контексті. Досі ми говорили про людей, які самі чогось досягли і пропагують свій досвід. Сьогодні ми будемо говорити про з людиною, яка, можна сказати, менеджер здорового способу життя. Сьогодні у нас в гостях Владислав Вавілов, організатор, модератор двох потужних заходів, які мають відбутися незабаром у нас в Києві. Це форум, фітнес-форум і школа здорового способу життя. Пане Владиславе, дуже радий вас бачити в нас в студії. Привітаю вас, Василь. Да. Ну і перше питання. Давайте трошки поговоримо про те, що відбудеться найближчим часом уже, так? Про фітнес-форум. Розкажіть трошки, що це має бути за захід. 14 марта в Києві буде проходити глобальне событие поклонників здорового образу життя і поклонників фітнесу. Будет проходить большая выставка «Актив спорт», будет проходить конвенция «Профит конвеншн» и будет проходить 6-й всеукраинский фитнес-форум, который на протяжении 5 лет собирает в Киеве ведущих экспертов и специалистов фитнес-индустрии, инструкторов, менеджеров, фитнес-директоров и собственников, в том числе и инвесторов, которые хотели бы заниматься данным видом бизнеса. Это интересный диалог, где на панельных дискуссиях собираются по 4-5 экспертов по блоку реклама, маркетинг. Также мы уделяем и последний форум посетил непосредственно министр молодежи и спорта. Я искренне верю, что новый министр молодежи и спорта присоединится к нашей дискуссии в контексте лицензирования, в контексте взаимоотношения фитнес-бизнеса с государством. Потому что фитнес-индустрия развивается семимильными шагами. Ежегодно по Украине открываются сотни фитнес-клубов, и никто не регулирует и не контролирует этот процесс. А как мы с вами знаем, неконтролируемый процесс иногда несет не только хорошее, но и несет негатив, травмы, непонятные правила и общую репутацию для этого бизнеса, которая, к сожалению, не является там суперпозитивной. А если инвестор не понимает, или собственник бизнеса не понимает, как работает и на чем основан этот бизнес, он не будет в него инвестировать. Ну, я теж згадуючи, кажу, свій досвід, всі хлопці в 90-х роках, вони проходили через так звані качалки десь там у підвалах, і можна було реально посадити своє здоров'я, тому що ніхто не контролював там ні твої навантаження, ні як ти маєш потім після того розтягуватися, ні щось. Тепер, скажімо, вже є якісь досягнення в цьому напрямку? Ви вже згадали про ліцензування. У 2010 году господин Азаров упростил вопрос лицензирования и закрыл все лицензирование фитнес-индустрии. Если раньше для открытия клуба требовалось хоть минимальный какой-то пакет документов, то сейчас вот в прекрасной этой студии мы можем с вами поставить тренажеры, посадить администратора, поменять вывеску и сделать фитнес-клуб. Та люди приходят тренироваться, навіть від них не вимагают навіть довідки про здоровье. От людей не требуют справки о здоровье. И вас может тренировать человек, который вчера, извиняюсь, там крутил какие-то гайки и вообще не связан с этим направлением, не имеет ни профильного образования, связанного с физическим воспитанием и спортом, не понимает каких-то базовых знаний анатомии, физиологии, и это происходит какая-то полная страшная ситуация. Он одевает футболку, возможно, он сам какие-то руки, ноги себе там накачал, и якобы... И то неведомо чем, потому что, может, были какие-то пигулки и тому подобные вещи. И вот он такой большой, красивый, для вас является тренером. Относительно определенных наработок, я понимаю, что для фитнес-общества вопрос лицензирования, он очень болезненный. Потому что вас, если вы собственник клуба, вам предложат придерживаться каких-то правил. Но в любом случае, те клиенты, которые страдали, а они имеют место быть, которые получали травмы из-за того, что их тренировал неграмотный, необразованный тренер, они поддержат это направление. И фитнес-клубы, которые действительно хотели бы носить гордое название фитнес-клубов, они должны проходить перелицензирование. Я проводил всегда, привожу пример медсферы, где люди учатся очень много лет, где люди проходят ежегодную, там, раз в два года повышение квалификации, поддержание. Ну, что происходит у нас здесь? У нас сотни тысяч киевлян или сотни тысяч украинцев ходят тренироваться в фитнес-клубы. Их тренирует непонятно кто, непонятно куда, зачем, как. И невідомо, чи тренує, тому що бувало, що люди просто заплатили гроші і покладені самі на себе. Вибирай, що собі хочеш. Чи там ти поставив 60 кілограм, чи ти поставив 100 кілограм, яке тебе передавило шию потім. Вот, і то, що ви говорите, що в 90-х годах там якісь були качалки, у нас фітнес-індустрія розвивається по англійському сценарію. У нас в кінці 90-х стали відкриватися елітні преміум-клуби,
в Киеве, в регионах, где фитнес это стало модно и это стало какой-то частью там людей, у которых есть определенные средства. То есть ты ходишь в фитнес-клуб, это модно. Возможно, ты там ничего не достигаешь, но наличие какой-то клубной карты является показателем твоего там богатства, какого-то уровня. Далее, наверное, середина там 2005-2007-2009 пошла тенденция для открытия средних, таких больших многотысячных клубов с доступным абонементом. Но проблема в чем? Наша физкультурная или там образовательная система, которая была, она настроена была на спорт. И об этом был диалог вот на предыдущем форуме. Да, то есть у нас вечно проблема противостояния спорту и физкультуры. У нас да. говорят о том, что такое? Это спорт высоких достижений. Олимпийский, не олимпийский. Понятно, прекрасно, не будем углубляться. Но есть фитнес. И фитнес, там, часть его относила к рекреации. У нас в прошлом году первая кафедра фитнеса в городе Киеве выпустила первых выпускников. А фитнес-индустрии Украины 23 года. Вопрос. Кто этим занимался? Кто, да. Где были остальные там 17 лет и как это все работало? Поэтому я за то, чтобы вводили лицензирование, вводили образование. Количество фитнес-клубов в городе Киеве и образовательные учреждения не способны обеспечить грамотными инструкторами даже по профильным направлениям. По плаванию, по единоборствам. Потому что клубы открываются как грибы, а выпускников ему надо проучиться 3-4 года или хотя бы после третьего курса уже там идти на какую-то практику, имея хоть небольшой багаж знаний базовых, чтобы, как я говорю, первое правило медицины – не навредить. Мне кажется, первое правило фитнес-индустрии тоже будет – не навредить. У нас номер один – смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Второе – это онкология. Понятно, что может онкологию фитнес, извиняюсь, победить не может напрямую, но в то же время тоже он может быть профилактикой этих вопросов. Но что касается вопроса номер один, то фитнес является той самой единственной таблеткой, которую люди считают, что он один раз выпил и выздоровел. Но этот процесс растягивается на всю жизнь. Кардиотренировки, тренировки на беговых дорожках, тренировки в залах, они уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний. И большинство людей, к сожалению, они не хотят верить в эти цифры, но цифры, ну, если мы можем в них верить или не верить, но они все равно... Ну, про ліцензії трошки поговорили про це. Розкажіть ще, які будуть напрямки у вас на цьому фітнес-форумі. Це, я так розумію, буде така своєрідний такий обмін досвідом, я так понял. Фітнес-форум – это, прежде всего, площадка для обмена мнением и для диалога. Потому что у нас так ведется всегда в истории, что люди, они очень скептически относятся к вопросу обучения. Все считают себя умными, все считают, что они все знают. Я вот призываю всегда всех людей, да, киевских... Про политику и про здоровье все знают. Все все знают, все могут давать советы президенту, все могут давать советы тренеру, как надо тренироваться. Что происходит сейчас? Я призываю к тому, чтобы все садились за один круглый стол. Разные организации, разные там ассоциации, разные обучающие центры, разные фитнес-клубы. Сам фитнес-форум будет состоять из четырех блоков. Первый блок – это взаимоотношения с государством, где будут представлены политики и чиновники, имеющие отношение к спорту и здоровому образу жизни. В том числе, надеюсь, посетит нас министр Жданов молодежи и спорта. Второй блок будет посвящен рекламе и маркетингу, потому что многие фитнес-клубы, на мой взгляд, не до конца и некорректно себя рекламируют и предлагают другим людям. Они просто вешают какие-то вывески, причем не до конца понимая, кто их целевая аудитория. И я стараюсь собирать туда экспертов, причем мне очень приятно, что я собираю экспертов, чьи мастер-классы стоят десятки тысяч гривен и долларов для других компаний. Они ко мне приходят абсолютно бесплатно поделиться и присоединиться к развитию этой отрасли, что, на мой взгляд, является стопроцентным показателем уровня профессионализма. Во многих европейских странах крупные там, государственные вопросы отдают на откуп ассоциациям профильным. Угу. Вот если мы, допустим, являемся ассоциацией этого бизнеса, кто лучше, чем мы, будет знать эти эксперты. Правила? Вот вам, пожалуйста, давайте мы вам делегируем вопрос лицензирования не при министерстве, а при ассоциации, при союзе, при объединении. Когда не будет ни чиновников, когда не будет коррупции, когда вот человек, который сидит, говорит, вот я, вот мой клуб, вот правила, вот пришли, посмотрели, вот придерживаемся, вот получаете лицензию. Вот это вот, когда диалог состоится, потому что пока что есть только разговор, но нету действия. И меня это настораживает, потому что все занимаются сейчас экономикой, военные действия, но все забывают о том, что наше общество и наше население вымирает. Вымирает оно в том числе из-за болезней, с которыми можно бороться. Благодаря фитнес-индустрии. Людина, яка живе в великому місті, яка працює 24 години на добу, так у нас система працює, що всі змушені так робити. Як йому знаходити, розумієте, время час для цих, для спорту? Предположим, що мішає міністру, чиновнику, кому-то ще
утром проводить какие-то пробежки. Ну, предположим, ну вот смотрите, вам акция элементарная. Утренняя пробежка с президентом страны. Имеет авторитет человек, неважно, или там с министром, или с каким-то главой районной администрации. То есть надо показывать людям пример. Что мы видим? Когда какой-то чиновник, извиняюсь, вечером пьяный выпадает с машины, то, конечно, общество, которое голосует за него и которое его поддерживает и считает идеалом, говорят, ну блин, ну он же там не ходит в какой-то спортклуб. Поэтому здесь мне хотелось, чтобы... Він свій, розумієте, тут людина робить, от, він такий же самий, як ми, давай ми теж будемо це да. все діло. А когда человек встал и говорит, давайте вот там будем каждое утро, предположим, бегать или заниматься гимнастикой. Вот обратите внимание, там тоже американский, тот же город Нью-Йорк, там есть центральный парк, где огромное количество людей занимается йогой по утрам. Причем разный уровень и домогосподарок, там, домохозяек, и бизнесменов там с миллионными гонорарами кладут два коврика. В Китае это самое, там мои попытки диалога напарывались на менталитет и исторические ценности, что у нас этого не было, это все-таки привитое Западом. Относительно популяризации, я считаю, что надо приводить конкретные примеры. Я попытался сам провести пару таких фестивалей. Скажу честно, я столкнулся с закоренелой системой. Чтобы провести мероприятие в парке Шевченко в городе Киеве, вам надо, расскажу очень быстро, написать заявление на районную администрацию. Районная администрация, тобто просто, чтобы зібратися в парку? Районная администрация несет ответственность, надо идти писать там в отделение, которое занимается парком. Это все письма, это периоды. Потом ты получаешь эти два дозвола, стоишь с этими дозволами, потому что если это собрание людей не без разрешения, то могут прийти милиция и вас разогнать. И пишут везде, пожалуйста, только не политический митинг, и тебе смотрят в глаза и говорят, действительно это не политический, ребят, это просто позаниматься фитнесом в парке Шевченко. Это по закону, то есть я не хотел бы, знаете, чтобы мы занимались здоровым образом жизни, нарушая закон. Пожалуйста, ну, есть установленные правила, давайте мы их будем придерживаться, этим заниматься. Что мешает? Да, там есть этапы проведения мероприятий. Ну, то есть ты сталкиваешься с такой бюрократической системой, что желание дарить или что-то делать, оно чуть-чуть как-то угасает. И ты, конечно, людям это организовываешь, проводишь, пытаешься им это донести, у людей сразу впечатление. А это политический митинг. Будут, наверное, агитировать за что-то. Ты говоришь, придите бесплатно, позанимайтесь. Ну, давайте, ну, ребята, давайте... Не только там делать какую-то коммерческую составляющую, делать еще что-то социальное. Я все-таки считаю, что человек должен, любой эксперт, он должен читать, как я, например. Я читаю бесплатные лекции для студентов регулярно. Я считаю, что это должен делать любой уважающий себя эксперт. Потому что это твоя миссия. Ты уже получил какие-то знания, поделись бесплатно. Все говорим, давайте строить общество. Строй, вот, хочешь строй, ты можешь прийти лекцию почитать, это твой взнос в развитие общества. Если бы у меня были собственные какие-то клубы, я вас уверяю, это тоже было бы и не афишировалось. Но я призываю людей делиться тем, что у них есть. Корпоративизм. Пожалуйста. Який на заході. Если вы хотите построить, большинство людей ждут, что придет какой-то дядя и скажет им, ты должен бегать. А пока дядя не пришел или тетя, я не буду бегать. Какой-то дядя должен прийти, возглавить нашу страну и сказать, завтра будет хорошая жизнь. О, это сказал этот дядя. Все, я с себя снял ответственность, это сказал он. Это ключевая ошибка. Не надо ждать, когда придет дядя. Надо собраться самому и сделать. Так, мы плавно перейшли до вашего другого заходу. Это будет школа здорового способа жизни. Да. Так я разумею? Да. Это будет второе мероприятие. На мой взгляд, оно уникальное, потому что оно позволит людям собрать возможность послушать успешных, интересных лекторов, которые будут 4 дня читать лекции по направлениям внешность, по направлениям спортивным направлениям. Не спортсмены, а люди, которые абсолютно простые, как вы говорите, которые могут замотивировать людей бегать по утрам, заниматься какими-то активными образом жизни. Не спортсмен, который всю жизнь плавает, а человек, который говорит, я вчера, вот, извиняюсь, там, выпил алкогольный коктейль, а сегодня я решил заниматься спортом, я вот себя так замотивировал. То есть примеры успешных. Угу. Тут важливо, бо якщо ми говоримо про фітнес, це такий магістральний напрямок. Тобто він всюди, знаєте, це як Макдональдс. Він що в Африці, що в Україні однаковий Макдональдс. Ну, да. А люди, скажімо, здоровим способом життя, це завжди такий індивідуальний дуже підхід. І люди таке щось інколи понапридумують, що... Там какие-то питания, там, да, какие-то да, вегетарианские направления. У нас будет вот в третьем блоке посвященный вопрос еды. Угу. И вот я веду переговоры с разными компаниями, с представителями ресторанов и специальных лавок, которые будут там, и, возможно, давайте попробовать, учить готовить здоровые коктейли, здоровую еду. Это надо брать и пробовать. Я считаю, что, наверное, это моя какая-то маленькая социальная там, ответственность, про которую я говорю.
И четвертый день будет посвящен успеху, потому что все люди стремятся к каким-то успешным процессам. Мне хотелось бы привести примеры спикеров, которые достигли успеха, которые придерживаются здорового образа жизни и которые могут поделиться этим с обществом, с ребятами, которые придут и будут слушать эту школу здорового образа жизни. Плюс у всех будет возможность на протяжении 4 дней и более посетить более 5 фитнес-клубов бесплатно. Будет выдано определенное количество гостевых визитов, где люди не только в теории могут послушать, как это хорошо, а прийти, взять с собой штаны, кроссовки, и вот та вот будет мотивационная функция, что ты пришел на проект, блин, не могу себя заставить там пойти в клуб. Я искренне надеюсь и верю, что мне не придется за руку, хотя если надо, я и за руку слушателей поведу в фитнес-клуб, сам переоденусь в спортивную форму и каким-то образом, там, имея свой многолетний опыт, смогу им показать ряд упражнений, которые помогут им чувствовать себя лучше и замотивирую их тренироваться, еще раз повторю, в любом фитнес-клубе, не привязываясь к какому-то названию. Либо бегать по утрам, либо там делать какую-то зарядку утреннюю возле телевизора, там вместе с котом, с собакой, с любимой женщиной, с ребенком, кому угодно. Но мне хотелось бы, чтобы общество двигалось в этом направлении. Плюс момент, что возможно, я не исключаю, что вот на таких проектах люди после проектов, мне бы это очень сильно хотелось, образовывали какие-то группы. И потом тоже там проводили какие-то пикники, какие-то, я не знаю, там, утренники спортивного образа жизни. Это было бы очень здорово. То есть я не хочу, чтобы было ощущение какой-то монополизации. У нас есть еще вот такая вот плохая черта у некоторых организаторов. Это вот мое. Боже упаси. Мой бренд, я его сделал. Только я. И приходите в меня его купувати. Либо и только я вот буду вести. Я хотел просто показать и всю ситуацию фитнес-рынка под другим углом. Не в контексте фитнес-форума, где собираются профессионалы с многолетним опытом, я говорю, люди, которые находятся по ту сторону баррикад. А я хотел бы провести мероприятие, приоткрыть рынок фитнеса, приоткрыть фитнес-клубы, приоткрыть какие-то тайные секреты здорового образа жизни, которые человек в простой жизни ему тяжело будет собрать. Это будет какое-то, требуется многочасовое время поискать в интернете этих людей, а потом там на Фейсбуке что-то написать, и они еще, скорее всего, не ответят тебе. А так есть возможность прийти 28 спикеров, послушать, позадавать вопросы. Причем обычно после таких проектов эти люди гораздо легче идут на контакт в том же в интернет каком-то сообществе. Попробовать здоровую еду, посетить мастер-классы в фитнес-клубах, посетить мастер-классы в салонах красоты, познакомиться с натуральной косметикой. Так, ми плавно перейшли до практичних рекомендацій вже з вашого боку. Хотів би ще задати одне таке запитання, кожному задаю. Які-небудь міфи про фітнес? Ми проговорили трошки про позитив, треба поговорити трошки про негатив. Що нас чекає, десь якась небезпека, люди сподіваються. От ми вже говорили про травми, про якісь непрофесіоналів, тренерів. І ще на що треба звернути увагу? Перша проблема фітнесу існує – це время. То есть все считают, что могут прийти и за неделю что-то исправить. Для результата надо хотя бы 3 месяца. То есть сразу себе отмечаем везде 3 месяца. Когда пишут, я вот там за неделю, и я смеюсь и борюсь с этими изданиями, которые покладывают фотографии фитнес-моделей, которые 8 лет тренируются как, я не знаю, как проклятая по 5 раз, по 2 раза в день, 5 раз в неделю. И говорят, вот я... Вот фотографии девочки, тренируйтесь, и там будет. То есть это ну, настолько... Это... Курс 14 дней, курс 3 тижни, так? У нас только первые 2 недели организм адаптируется к нагрузке. То есть вот вы говорите, уже должен результат, и фотография девочки, модели ну, профессиональной. Я всегда... И народ верит в это, потому что у нас же есть ленность какая-то. То есть первый момент – это время. Второй момент. У нас в организме не может здесь вырасти, а здесь уменьшится. То есть у нас организм – это целостная структура. И вот эта больная идея, что жировая масса или жировая клетка может перерасти в мышцы, я думаю, биологам и физиологам, они над этим смеются и считают, что люди говорят какой-то бред. Это как собака может превратиться в кошку. Вот равносильно, если мы берем построение. Это абсолютно разные строения, это разные субстанции. И нельзя жир перекачать в мышцы. Причем вот это слово, мне очень не нравится слово «качать». То есть качать надо кресло и качать надо коляску с ребенком. А в зале надо тренироваться. Потому что у нас есть третий миф, что у нас в зале качаются все. И женщины говорят, я не хочу идти в зал, я накачаюсь. Угу. Как? То есть я всегда спрашиваю, как? Вот, а другая какая-то пошла, ее неквалифицированный тренер нагрузил какой-то нагрузкой, дал ей какие-то пищевые добавки, о которых мы с вами не говорили, какие-то коктейли. И барышня через 2-3 месяца выглядит как ранний Арнольд Шварценеггер, хотя будучи бухгалтером или аудитором, приседает больше, чем ее муж,
Конечно, я знаю еще историю, когда муж от такой женщины уходит, потому что она его может отлупить, наверное, там вечером, если он там плохо себя ведет, там не тот канал включил на телевизоре. В зале никто не качается. Все в зале тренируются, достигают поставленных целей. Женщины в зале не будут набирать лишний вес, лишнюю массу, если они будут тренироваться под присмотром грамотного тренера и не будут употреблять никакие непонятные пищевые добавки и коктейли. Вот, в принципе, наверное, такие три рекомендации. Четвертая, наверное, последняя рекомендация, что надо делать акцент на тренировке сердечно-сосудистой системы. Все люди приходят в зал, начинают пытаться поднимать гантели, штанги, садиться в тренажеры, посещать какие-то групповые программы. Делайте акцент на тренировку сердечно-сосудистой системы. Я вот, мне исполнилось в этом году 30, я всегда шутил, что до 30 можно сердцем не заниматься, вот после 30 наступает время сердца. Поэтому сам себя там мотивирую, каким-то образом нахожу время делать какие-то небольшие кардиотренировки, даже в каком-то плотном графике. Находить возможность, посещайте, есть возможность бассейн, укрепляйте спину. Вот сердце и спина – это, наверное, такие как столпы вашего здоровья. Если у вас будет здоровая, развита сердечно-сосудистая система, вы будете себя чувствовать лучше, увереннее, здоровее, успешнее и все остальное. Менее будете реагировать на всю ситуацию, которая происходит. А если, конечно, человек там, извиняюсь, пьет, курит, плохо спит, там, нехорошо питается, перепрацевывая, приходит в зал два раза в неделю в надежде исправить свою ситуацию, к сожалению, тут все работает только в комплексе. Просто витрачає ще зайву енергію, йому стає ще гірше. Он говорит, блин, от этого зала я тут чуть не умер. То есть здесь, пожалуйста, вы должны придерживаться комплекса и понимать, что не может быть чуть-чуть беременная. Либо беременная, либо не беременная. В контексте человека, либо он придерживается всех правил, потому что у нас начинается комментарий. Ну это же лучше, чем я вообще не буду ходить. Вот человек ходит один раз в зал, говорит, это же лучше, чем я вообще не буду ходить. В таком ответе лучше. Но для результата не бывает 3% или 7%, есть 100%. То есть вот для результата надо сделать все 100%, придерживаться всех 5 правил. Если одного не будет, все, лодка пойдет ко дну. Ну блин, я так не могу, пожалуйста. Я знаю людей, у которых настолько напряженный график, наблюдая его запись на день, я думал, что это на 2 недели. А это его список встреч, звонков на день. Человек приходит утром в 7 утра в зал, даже без 15:07, просыпается чуть ли не в 5 утра, все, в 8:30 он уже выходит, телефоны разрываются, он выполняет огромный объем работы, вечером дети, 2 детей, жена, и все успевает. А другой человек, не имея семьи, приходит на работу в 9, не имея вот такого графика встреч, у него что-то не получается. Поэтому пересмотреть надо свой, наверное, образ жизни и приоритеты. Но у нас, как всегда, это пересматривается, да, когда доктор после кардиограммы говорит, у вас больное сердце. Когда уже пересматривать, в принципе, по простым схемам уже поздно. Уже вот приходится так его лечиться. Поэтому не ждите, пока вас кто-то клюнет, петух или кто-то там еще. Вставайте, руки в ноги, спортивную форму в сумке, ближайший фитнес-клуб, я иду тренироваться. И в письме через год, я уверен, я надеюсь, что ваши пожелания наших зрителей совпадут с той картинкой, которую они увидят. Ну от дуже хороші рекомендації на цій, от як кажуть, позитивній ноті. Ми можемо в принципі і завершувати. Дуже вам вдячний, що ви прийшли до нас і поговорили хоча б так в загальному. Я думаю, ще попереду, після того, як ви проведете свій фітнес-форум, ми знову поговоримо. З удовольствием. Якщо запросите, підемо, познімаємо сюжетики на вашому форумі. Я думаю, що розмова ще потім у нас продовжиться, тому що тем, як кажуть, залишилося дуже багато. Дуже вам вдячний за те, що ви до нас завітали. А нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні у нас в студії був В'ячеслав Вавілов, людина, яка організовує фітнес-форум і школу здорового способу життя, в яких ми теж, я сподіваюся, як ЗМІ будемо брати участь і будемо вас про це інформувати. Наразі в мене все, будьте здорові!